Ефим, Шахтер уже неделю тренируется на сборах. Какая твоя физическая форма? Уже пришел к своей оптимальной кондиции? Да, конечно, пришел. В принципе, нам дали возможность втянуться. Не было особо таких больших нагрузок, чтобы прям чересчур, а как раз все в меру. Ну, я считаю, это очень хорошо. Дали нам как раз ту необходимую нагрузку, которая нужна была после отпуска. Ты был арендованным игроком, играл за Десну в последнее время. Как тебе позвонили? Кто позвонил тебе от Шахтера? И какие были твои эмоции, что ты поедешь на сбор с первой командой Шахтера? Ну, мне позвонил Дарио где-то в середине отпуска и сказал, что ну, ты собираешься с нами. Ну, конечно, я был рад и немного взволнован, потому что ну, я в Шахтере практически с самого своего начала пути. Вот. Но в первой команде так еще и не был, поэтому было небольшое волнение, но со временем оно ушло. У тебя в Шахтере есть много друзей, с которыми ты играл ранее в сборных. Они тебя сейчас поддерживают, как-то помогают адаптироваться? Да, конечно. Мы же все были всегда вместе. Даже небольшая там разлука, то, что я уходил в аренду, кто-то еще был там в Мариуполе. Ну, это никак не мешает нам общаться, поддерживать общение. И сейчас у нас очень хороший коллектив. И с ребятами, которые иностранцы, мы все равно очень хорошо пытаемся поддерживать контакт, чтобы лучше понимать друг друга на поле. Что можешь сказать о новом тренерском штабе и главном тренере Роберто де Дзерби? Чем удивляют их тренировки? Есть что-то новое для тебя? Для меня, конечно, очень много нового, но немного они напоминают мне по своему менталитету штаб сборной. Но все равно очень много отличается. А так, ну, мне очень сильно нравится подход, внимание к каждому игроку и то, как они пытаются все равно разговаривать, даже если кто-то не знает там английского, там переводчика нет, все равно пытаются объяснять там на пальцах или еще как-нибудь. Но, ну, все нравится, очень интересно. А ты сам уже успел пообщаться лично с главным тренером? Есть от него уже какая-то поддержка тебе? Лично еще не успел пообщаться, но ну, много общаемся на тренировках, так как и с главным тренером, так и с помощниками. И, в принципе, понятна его задумка, понятна его идея, и хочется выполнять его планы и переносить их на поле. Сейчас Шахтер приехал в Австрию на 18 дней на сборы. Какие твои личные цели? Чего хочешь достичь за эти сборы? Ну, конечно, я хочу показать свою конкурентоспособность и ну, завоевать доверие тренера, показать себя, что я умею. И, в принципе, наверное, это все. Набрать, конечно же, форму, получше познакомиться с ребятами состава, чтобы не было никаких недопониманий. И ну, работать изо всех сил.